Привет всем, дорогие мои, чудесного всем денечка. Посмотрите, какие розы у нас расцвели. А видите на них капельки дождя? Сегодня у нас до обеда был дождь, сильный дождь. А сейчас стало получше, солнышко вышло, и мы вышли гулять. Вот так вот, это такая у нас зима. Конец декабря. Конечно, к Новому году все готовимся, но вот розочки тоже цветут, благоухают. Всем желаю счастья, здоровья, радости. Оставайтесь с нами. И огромная всем благодарность, что вы смотрите наш канал, за комменты. Большое спасибо. Всех вас любим. Желаем удачи. Светлана, Жанна. Пока-пока.